Гарри, ты появляешься в самые неожиданные моменты. Где ты пропадал? Ну знаешь, то здесь, то там. Ты ведь и сам на месте не сидишь. Я пытался отыскать тебя прошлой ночью, но... Я был очень занят, развлекал одну прелестную особу. Ха-ха-ха. Надо же, я так и не успел поблагодарить тебя. Ну, я уверен, что ты и сам сумел бы спастись от малыша. От малыша? Ах да, я тебе признателен, но сейчас речь об Эдне. Забавно, однако до того случая мне и правда казалось, будто мы с Эдной не выносим друг друга. Ха-ха-ха. Представляешь? Ну да, девушки это хорошо и все такое, но не теряй голову. Понимаешь, Эдна не должна отвлекать твое внимание от, ну, важных дел, от завершения проекта для выставки и похода на Франкенштейна. Вот, я сейчас слишком занят, чтобы ходить в кино. Но, А что касается моего проекта, так он почти завершен. Ракета-мобиль? Ракета-мобиль? Это же вчерашний день! С машиной покончено. Но... От нее куча проблем и мало толку. Мне так и не удалось заставить силовую установку работать как надо. А кроме того, для общества от нее не было никакой пользы. Польза для общества? С каких это пор тебя забудь? Моральный анализатор мыслей. Куда более важный проект. Чего? Это была задумка Эдны. И она приложила все усилия, чтобы я успел завершить его до начала выставки. Эммет, я слегка запутался. Какой сегодня день? О, день открытия! Сегодня день открытия выставки! А это напомнило мне, что нужно бежать в лабораторию. Если Эдна увидит, что я тут прохлаждаюсь, мне не поздоровится. Еще увидимся, Каллахан. 12 октября? Да. Мне так кажется, или тут весьма свежо для августа? Мы опоздали на целых 2 месяца. Выставка вот-вот начнется, а молодой ты уже по уши влюблен в Эдну. Я всегда имел склонность уходить в дело с головой. Тогда прыгаем в Делориан и перемещаемся в нужный день. Нет, это слишком опасно. Помнишь, как я опоздал на встречу с тобой в 86-м? Да. Должно быть, произошло смещение. С временными контурами творится какая-то беда, и, похоже, становится только хуже. Если мы совершим прыжок сейчас, то нас может забросить в эпоху Кайнозоя или... Хуже! В мезозой! Так мы застряли? На время. Я изучу проблему и посмотрю, что можно сделать. А ты пока можешь заняться решением другой нашей проблемы. Верно. Я пойду в лабораторию и попробую говорить молодого тебя... Если молодой я успел, как ты говоришь, влюбиться по уши, все твои доводы окажутся бесполезны. Поверь, я себя помню. Лучше присмотрись к моей более сдержанной половинке. К Эдне? Где мне ее найти? А ты как думаешь? Я поведу. При перемещении в 3 основных измерениях Делориан все еще должен работать исправно. Ты был прав. Вот она. Моя будущая, бывшая будущая жена так предсказуема. Я действительно должен с ней поговорить? В смысле, нельзя ли мне просто погулять, пока ты чинишь временные контуры и... Я поговорю с ней. Лучше спрятать Делориан, пока кто-нибудь... Эй, ты! Не загораживай дорогу! Всем участникам машины будущего нужно пройти в Северный павильон! Почему бы и нет? Удачи! Сказать по буквам БРАУН довольно известная фамилия.
Мне жаль, но его имени нет в списке. О, ради бога, давайте я попробую еще раз. Это научная выставка в Хилл-Вэлли, верно? Первая ежегодная. Именно. Цель нашей выставки – демонстрация современных технологий. Верно. И закрепить за Хилл-Вэлли репутацию сообщества с передовым мышлением. А вы не хотите пускать на нее создателя одного из самых передовых изобретений нашего времени? Не то чтобы мне этого хотелось, но... О, господи. Мистер Каллахан, вы всегда появляетесь так неожиданно. Что вы здесь делаете? Мне нужно... Как бы там ни было, надеюсь, вы не станете вести дел с мистером Твердолобым. Похоже, все, что он может, это мешать людям заниматься делом. Честно говоря, это вообще чудо, что с его бухгалтерскими талантами банда Таннена хоть чего-то добилась. Вы видели Эммета? Нет. О, так значит, вы знаете о его моральном анализаторе мыслей. Разве не восхитительно? Подумать только, он и не понимал всю важность своего открытия, пока я не указала ему на это. Не знаю, кто бы еще мог быть так невнимателен к собственным возможностям. Я хотел бы поговорить с вами про Эммета и его возможности. Забавно, я и сама сначала этого не замечала. На самом деле, мне долго казалось, что он мне вовсе не нравится. Ага. Знаете, инстинктивное чутье — это очень важно, если вы с первого взгляда его не взлюбили. Но я тогда его не знала. Не то, что теперь. Да, но... Ценю вашу заботу, мистер Кэллахан, но я могу позаботиться о себе сама. Я знаю, чего ищу в мужчинах, и Эммет полностью соответствует моим запросам. Это Эммет Браун рифмуется с Даун, и мне уже кажется, что Даун — это вы. Уверен, это какое-то недоразумение... В этом я не сомневаюсь. Вы сказали, что Эммет соответствует вашим запросам насчет мужчин. Да. И каким именно должен быть список? Знаете, мистер Кэллахан, из вас бы вышел хороший репортаж. Ну, во-первых, его внешний вид. Может быть, Эммет и не Кларк Гейбл, но он очень элегантен. Я дала ему на время выставки дедушкин белый костюм. Это надо видеть. В нем Эммет выглядит просто блистательно. Хорошо выглядит в костюме, понятно. И он абсолютно предан мне. Это важно. На бабников у меня нет ни времени, ни терпения. Верен, словно лабрадор. Проверим. Третье и самое важное. Да? Его мышление, конечно. Оно блистательно и полностью добропорядочно. Его схема разума показывает, что он образцовый гражданин. Высокий интеллект, понятно. А если бы оказалось, что вы ошибаетесь в оценке его качеств? Скажите, ради чего эти игры? Мне просто любопытно. Пытаюсь понять женскую логику. Так вот, поймите, я не трусиха, которая убегает при первом намеке на трудности. Я многое поставила на Эммета. Не деньги, разумеется, но все свои чаяния. Прежде чем порвать с Эмметом, я должна полностью в нем разочароваться. Ясно? Ага. Что еще скажете, мистер юный репортер? Вы сказали, что считаете Эммета образцовым гражданином, но я-то знаю его лучше. Вам известно, что он однажды обманул ливийцев с плутонием? С плутонием? Зачем ливийцам плутоний? Я уверена, у него были причины. Схема разума Эммета однозначно показывает, он мыслит сугубо добропорядочно. А как-то раз, чтобы добыть денег на эксперимент, Эммет ограбил поезд. Я вас умоляю, в Хилл-Вэлли не было ограблений поездов со времен бешеного псота. Эммет замечен в сомнительных поступках. Мой замдиректора говорил мне держаться от него подальше. Ваш замдиректора полный болван. Больше у меня вопросов нет. Ну хорошо. Я
Барти, ты не видел мою корону? Вот эту, что ли? Да, спасибо. Значит, ее пускают свободно, а я должна ждать. Просто отлично. А, отлично. Ты вернулся. Выкладывай по порядку. Она сказала, что в тебе ей нравится то, что ты добропорядочный, преданный, а также хорошо выглядишь в костюме. Вот черт! Она меня раскусила! Что ж, тебе придется найти способ изменить ее мнение. Если понадобится помощь, я буду здесь. Тебе нужна помощь? Эдна порой бывает не слишком любезна с Трикси Троттер. Она никогда не забудет того, что Трикси была девушкой Таннена. Похоже, у меня созрел план. Хорошо, расскажи. Нет, стой! Мы все-таки говорим о моем прошлом. Если я узнаю, как ты собираешься его изменить, моей решимости может прийти... Не в курсе, чем молодой ты может сейчас заниматься. Если мне не изменяет память, сейчас он в гараже, не покладая рук, трудится над новым проектом. И ругается, пытаясь заставить его работать. Черт! Ко всем, кто входит в сей священный зал, приветствие мое! Ко всем, кто входит в сей священный зал, приветствие мое! Ко всем, кто... О, привет, парень! Слушай, а ты не тот тип, который... Подбил тебя сдать малыша Таннена, он самый! Без усов ты выглядишь моложе. Знаешь, это был грязный прием заставить меня поверить, будто малыш пришил Арти. Извини, но это был единственный способ. Ах, забудь. Я вот стараюсь. Вчерашний день в прошлом, вот мой девиз. Жить надо сегодняшним днем. Верно. И все же, что ты тут делаешь? Желаешь ли ты повернуть рычаг, что управляет будущим? На выставке, дурачок. Технология ради светлого будущего и все такое. А, да, я тут действительно ради этого. Слушай, у меня к тебе предложение. Короче, есть у меня один друг. Вот еще. Я теперь гуляю только с Арти. Да я не про то. Понимаешь, мой друг встречается с Эдной Стрикленд. Ох, бедолага. Такого никому не пожелаешь. Ну вот, поэтому я здесь. Он не станет ничего слушать, но я подумал, что она может порвать с ним, если решит, что ты и он, ну, понимаешь. Ты впрямь злодей, так ведь? Иногда приходится прибегать к нечестным приемам. Ну, так как? Извини. Может, Эдна и стерва, но если бы я делала гадости каждой дамочке, которая посмотрит на меня косо, мне бы... Ну, пришлось бы делать очень много гадостей. Кроме того, это унижает достоинство техно, музы прогресса. Пока, Трикси. И в этой комнате чудес мы обращаем к вам слова прощания. Вы снова здесь, мистер Каллахан? Чем могу быть полезна? Ну, я думаю... Я кое-что выяснил насчет Трикси. Да. Очевидно, ее выбрали королевой праздника. Техно-муза прогресса. Не может быть! А еще говорят, что эта выставка должна создать Хилл-Вэлли репутацию. Я и не подозревала, какая репутация и...
Что вы имеете против Трикси? Саму идею того, что наш город будет представлять такая женщина. Я не потерплю. Как сознательная гражданка, я требую, чтобы эту музу уволили. Трикси? Что с ней не так? Вряд ли она подходит для почетной роли на таком мероприятии. Видите ли, леди, она американская гражданка. Костюм ей в самый раз. И еще она сумела выучить свои реплики. Какие другие соответствия вам нужны? О, эти люди невыносимы! Почему вы хотите, чтобы Трикси уволили? Таким женщинам просто нельзя позволять занимать почетное положение в обществе. Это создает дурные прецеденты. Вот как. Но как втолковать этому олуху? Она же его совсем задавила. Так всегда и бывает. Разве? И все же, я добилась бы ее увольнения, если бы у меня были улики. За такой женщиной обязательно тянется след прегрешений, и я бы их нашла, если бы все еще была репортером. Но у меня нет времени на розыски, я слишком занята Эмметом и нашим его изобретением. Так вы твердо намерены добиться увольнения Трикси? Если бы у меня были улики против нее, она явно обманула своего нанимателя. Единственный способ открыть ему глаза – это показать что-то подлинно шокирующее. Больше у меня вопросов нет. Ну хорошо. А вы что? Может, у вас есть ко мне вопросы? Нет. Тогда позвольте пройти. Боюсь, что не могу, пока не увижу ваш регистрационный бланк. Это абсурд! Ко всем, кто входит в сей священный зал. Что готовится? Появилась пара идей. Пока, Трикси. Не пропадай. Прошу прощения. Что? Когда открывается выставка? Только вечером. Те, кто не имеет отношения к выставке, пожалуйста, покиньте территорию. Вы здесь по официальному делу? Ну да. Ну тогда не мешайте рабочим. Выглядите знакомо. Я вас знаю? Нет. Эй, приятель! О, черт, опять этот тип. Забавно, я хотел сказать то же самое. Ты еще будешь подыгрывать Трикси? Не. Почему бы и нет? Потому что эта мисс Порядочная девушка думает, что теперь она слишком хороша для меня. Похоже, ты малость злишься на Трикси. Злюсь? Слушай, парень, мы с Трикси знакомы уже много лет. Я знаю о ней такое, чего не знает даже малыш. Такое, от чего у тебя... Правда? А то. И теперь, когда я вижу, как она расхаживает тут с таким видом, будто бы королевна, меня это, ну, выводит из себя, понимаешь? И что такого жуткого в прошлом Трикси? Да, так я тебе и сказал. Ну давай. Нет. Ну, хочешь, я первым расскажу что-нибудь неприличное про себя? Например?
прошлом году я пустил под откос поезд. Зачем же ты это сделал? Знаешь, сейчас уже точно не скажу, наверное. Это долгая история. Хорошо, пацан, ты выиграл. Это было действительно неприлично. Почти так же неприлично, как это. Это что, Трикси? Ага. Она тут как-то немножко... Да не то слово. Понаделала кучу таких вот художественных открыток пару лет назад. У меня их полно. А можно мне взять одно? Ну, не знаю. Ты точно ничего плохого с этим не сделаешь, а? Эй, я обещаю, что использую это строго во имя добра. Ну, ладно. Расслабься, приятель. Забавный у вас говор, мистер. Вы снова здесь, мистер Каллахан? Чем могу быть полезна? Ну, я думаю... Так вы твердо намерены добиться увольнения Трикси? Если бы у меня были улики против нее, она явно обманула своего нанимателя. Единственный способ открыть ему глаза – это показать что-то подлинно шокирующее. Больше у меня вопросов нет. Ну хорошо. И полагаю, что ты... Продолжай искать. Тебе будет интересно взглянуть на это. Почему меня, черт возьми, должно интересовать? Так, и что мы видим? О, сэр! Мистер Макфлай! Похоже, ваша муза вдохновляет не только прогресс. Трикси? О, нет. Откуда у тебя эта пошлая открытка? Откуда она на этой пошлой открытке? Клянусь, мистер Макфлай, если это не убедит вас, что Трикси Троттер недостойна представлять Хилвелли... Не учите Хилвелли. Меня, кого нанимать или не нанимать на работу, мисс Стрикланд. Трикси хорошо справляется, и мне все равно, что она когда-то была... прелестной профурсеткой из Виннипега. Ее прошлое ничего не значит. Трикси! Что такое, Арти? Ты знаешь, я не любопытен, но... В каком штате ты выросла? В провинции, Манитоба. А что? Она даже не американка! Дорогая, в соглашении особо оговорено, что лицом выставки должна быть гражданка США. Так что... Если на самом деле ты из Канады... Я уволена? Ты увольняешь меня? Я не хочу, но... Вот, забирай. Что ж, я рада, что хоть кто-то прислушивается к доводам. Давайте поговорим. Трикси? Я это сделаю! Я вырву сердце у этой веслоносой сучки! Отлично! Я все продумал. Когда появится Мы сделаем это по-моему. Что? Я плохо импровизирую и роль учить не хочу. Но я когда-то играла в пьесе «Затруднение горничной». Думаю, смогу воспроизвести сцену оттуда. Ладно. Но мне кое-что нужно. Почему я не удивлен? Нужны меха, большой бриллиант, не обязательно настоящий, так и быть. Тогда это проще. И кое-что от твоего дружка Эммета. У него есть фотоальбом? Не знаю, наверное, есть. Лучше принеси это мне. Меха, бриллиант и фотоальбом Эммета. А потом? Сиди и смотри, что я ей устрою.
сработало. Похоже, Трикси готова нас поддержать. Можешь использовать любые методы, но прошу, не посвящай меня в детали. Похуже моего пикапа в 86-м. Блин, надеюсь, в 86-м у меня все еще остался пикап. Раньше, в 86-м, я мог от лаборатории Дока до колледжа... Ты разобрался с проблемой временных контуров? Не уверен. Возможно. По всем признакам у нас проблема с проводкой, но лучше перепроверить. Основные узлы работают в штатном режиме. А могу я ненадолго взять Делориан? Надо заскочить в лабораторию к юному тебе. Я не знаю. Временные контуры... Слушай, я обещаю, что не отправлюсь в 88-м. Даже если так, мне бы не хотелось упускать машину из виду, пока она работает нестабильно. Я возьму ее на проверку. Отправлюсь на минуту в прошлое. Если все пройдет успешно, сможешь взять машину. О, сработало! Не так ли? Боюсь, нет. Похоже, расхождение только увеличивается. Я прибыл 6 часов назад. А... Это слишком плохо. Я боялся испортить работу, проделанную тобой, поэтому прятался. Но это время все же было потрачено не зря. Я остановился у магазина запчастей и купил запчасти для хронометрического анализатора. Что именно? Диагностический прибор. Смотри, я завел в него временные контуры и выставил их на цикл. Как только лампа станет зеленой, у меня появятся данные, необходимые для осознания масштабов проблемы. Эй, водить экспонаты выставки запрещено! Похоже, тебе придется поискать другой транспорт, чтобы попасть в лабораторию. Нажмите кнопку, чтобы попасть в Хилл-Вэлли будущего. Приблизительно 85. Кажется, в этой временной линии я еще не был. Ни намека. Надо найти транспорт где-то еще. Эй, приятель! О боже, он вернулся. Что за штуковины ты для них сюда привозил? Откуда мне знать? Электротора, баэта, динам, фигама. По мне так все это сплошная тарабарщина. Не лезь в неприятности, Биток. Именно это я и пытаюсь делать.
Раньше, в 86-м, я мог от лаборатории Дока до колледжа...